Они не виделись уже несколько лет, от этого и встреча очень долгожданная. Обошлось, правда, без слез радости, но с жаркими объятиями. Привет, привет, привет. Хотел вас рада видеть. Александр Чигин специально приехал из Москвы в Цильну. Здесь он долгие годы работал простым учителем физкультуры. Это он в Ульяновской глубинке отыскал Таню Пронягину и из маленькой, хрупкой девочки сделал бегунью уровня сборной страны. Был, значит, тоже такой момент. Стали сравнивать ее с какой девочкой. Вот она тебя обгонит. Она говорит, я умру на одной ноге, но чтобы она меня когда-нибудь обогнала, этого не произойдет никогда. То есть вот это вот... А воля характера сильной была. Мастер спорта международного класса, победитель и призер многих стартов, в том числе и Всемирной летней универсиады. Теперь ученица Чигина носит фамилию Егорова. А в честь ее успехов на беговой дорожке в родной Цильне ежегодно, вот уже 10 лет, проходит турнир с участием юных спортсменов. Действительно, Татьяна всегда отличалась своим характером. Она отличалась упорством в достижении цели и бойцовскими качествами во время соревнований на дорожке. Это тут ее отличительная черта. Татьяна Егорова сама давно уже тренирует. Она один из ведущих педагогов 6-й Ульяновской детской спортивной школы. При этом находит силы участвовать в состязаниях. Недавно она стала победительницей соревнований в Казани на дистанции 3000 метров. Я как бы спортсменка, наверное, до костей, до мозга, поэтому я не представляю жизнь без спорта. Даже для себя, не то что там для детей. И этим самым своим примером я показываю детям, что нужно быть спортом, заниматься спортом. Юбилейный 10-й турнир на призы Егоровой собрал в Цильне более сотни юных спортсменов. Они соревновались в нескольких дисциплинах. Ученики Татьяны увезли домой в Ульяновск несколько наград высшей пробы. Две из них на счету Ильи Юдина. Он победил в беге на 100 метров и в прыжках в длину. А специальный приз соревнований получила Евгения Морозова из Тетюш. Она установила рекорд на дистанции 800 метров, на которой когда-то блистала сама Татьяна Егорова. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.